Islam is the truth and Islam is the best religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Brother, where are you coming from? I from Russia. MashaAllah. How long did you convert to Islam? 5, alhamdulillah. 5 years, mashaAllah, mashaAllah. Today our brother from Russia, inshaAllah, will going to tell us about a new miracle of science in the Quran. Right now there is more than 1,000 information of modern science was discovered with modern science was written in the Quran a long time ago. For example, существует более 1000 информационных материалов, найденных современной наукой в Коране. Коран был выявлен более чем 1400 лет назад. Вот один из материалов. Муха, сказал Аллах в Коране. О люди, здесь приводится вам притча. Прислушайтесь же к ней. Те божества, кого они кроме Аллаха призывают, не смогут никогда и мухи сотворить, если бы даже собрались все вместе. А если муха что у них похитит, они не смогут у нее похищенного взять. Беспомощен почитатель, и не родив тот, кого он нерадиво чтит. Они оценки должны Господу не дали. Аллах поистине могущ, велик и славен. Коран, 22 сура, 73 и 74 аяты. Чудо пищеварения мухи, описанное в Коране и подтвержденное наукой. Объяснение ая в Коране. Все те, которых вы представляете рядом с Аллахом, не способны создать даже мухи. Муха приземляется на еду, на напитки, на пищу. Если муха собирается взять что-либо от них, то у них не хватит сил вернуть то, что муха от них забрала. Насколько слаб человек? Это вызов для любого ученого, любой лаборатории, любой группы людей получить обратно то, что муха забрала из пищи. И знаете, что самое поразительное в этом факте и что такого особенно в самой мухе? Почему именно муха упоминается в этом факте? На это есть много причин. В этом есть нечто незначительное в глазах многих, потому что это нечто, что невозможно создать. И система пищеварения мухи – это другая система пищеварения, и никто другое, ни одно создание не переваривает пищу так, как делает эта муха. Как муха переваривает пищу? Она не забирает еду с поверхности пищи, и главное, она выплевывает слюну на поверхность еды, а не вовнутрь. И пища переваривается. В этом и заключается красота этого факта. Представьте, что ходит лев или другой хищник и забирает вашу еду. И что он делает? Он хватает ее в рот и убегает. Если вы достаточно умны и сильны, неважно, вы можете вернуть пищу, правда? Но не случаев с мухой. Вызов заключается в том, чтобы вернуть забранную мухой пищу. Потому что она не забирает ее физическим путем. Она уже переварила пищу перед тем, как улететь. Знали ли это ученые времен пророка, саллаху алейхи вассалям? Конечно же нет. Это удивительно в Коране. Муха, как только приземляется, переваривает пищу и улетает. Попробуйте взять эту пищу и вернуть ее в обратное состояние. У вас ничего не получится, так как Аллах упоминает муху как нечто особенное. Сказал Аллах в Коране. О люди, здесь приводится вам притча. Прислушайтесь же к ней. Те божества, кого они кроме Аллаха призывают, не смогут никогда и мухи сотворить, если бы даже собрались все вместе. А если муха что у них похитит, они не смогут у нее похищенного взять. Беспомощен почитатель и не родив тот, кого нерадиво чтит. Они оценки должны Господу не дали. Аллах поистине могущ, велик и славен. Коран, 22 сура, от 73 по 74 аяты. Сказал Аллах в Коране, 44 сура, от 38 по 39 аяты. «И мы не для забавы сотворили небеса и землю, и все, что суще между ними. Мы сотворили их, чтобы явить вам истину свою, но большинство из них не разумеет». Аллаху Акбар! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ислам is the truth and Islam is the best religion. And ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahu akbar. Ya man yara, ya man yara, ya man yara.